как, Джонни, это же было... Я тебе запись потом покажу, Джонни. Чё с этой игрой не так? Мы как будто резко, забыли играть, как в Among Us. А, подожди, может, сам репорт реально? Да, может. Я вообще сам репорт не занимаюсь. Ну, расскажу. Где мой импостер, блядь, не дают импостеров? Вообще не дают? Ебать народу, я его рот. Я пойду, короче, самый первый. А кто там пошел? Подожди, нахуй. Люк не открывался. Фигурщик. Ну, давай, битбоксер ебаный. Так, ну да, у меня битбокс остался. На самом деле, Егорщику было бы тупо идти на битбокс первым заданием таким. Почему-то мне кажется, что вот этим мувом он как-то себя обелил. Но, блядь, если он гений ебаный, который все хорошо так вот спланировал. Не знаю. Так, Ася и Егорчик остались там. Пойдем проверим. По датчику. Что датчик говорит? Что голландский пошел на правую часть. Ураган, по-моему, последний, да? Давайте посмотрим. Там Рома. Рома в доме. Ураган. Все вы тусовались тут. Но не забываем, что Ася с Егорчиком остались до сих пор там. Сверху. Вот Ася прошел. А прошел ли и Егорчик? Вот тут интересно. Вот Егорчик, кстати, живой, нормально. Егорчик прошел, Чупикс пошел наверх. Егорчик на правую сторону. Давай посмотрим внимательно. Светов? Нет, Светов мы туда был. Рома прошел датчик в доме. Рома пошел на правую сторону, голландский здесь. Доми, кофе, Чупикс. Прошли только что, вот они. И Ромыч. Где килл-то, блядь, собственно, нахуй? Так, дом идет вниз с кем-то. Блять, короче, голландский горщик. Давайте посмотрим. Что там сзади был, я забыл. Там ураган был, доме Рома. Ураган, доме Рома. Подожди, стоп. Я же знаю, что вроде пробегал мимо лодка и Рома. Ураган, доме Рома. Вот кто я сейчас только что. Я знаю, кто это. Подожди, я только что пробегал мимо лодка. Можно, пожалуйста? Там стоял Рома с зомби. Пусть Рома скажет. Пожалуйста, пожалуйста. Прямо передо мной Джонни убил. Все. Что? Это... Блядь, ладно. Подожди, стой, я пробегал мимо мидбока. Там стоял Рома с доми. Домик, по-моему, проходил сканирование. Я побежал налево, так как я забыл выполнить задание с бензином. И, типа, возвращаюсь обратно, и, ну, и там нету никого, и, соответственно, и доми у мертвой. Ну, короче, миллион, миллион процентов Рома забить. Я только что сейчас запоминал. Джонни, вопрос к тебе. Да. А помнишь, в начале катки, когда мы прошли, там мы зашли в реактор, и откуда... Откуда там Егорыч появился? Он там был, я все, я прекрасно типа просидел, как он я типа... Я там до этого был, Ася. Да, да, он сам... Он туда пошел своими ножками, да? Ася, я тебе расскажу. Мне кажется, самым тупым мувом для импостера пойти самым первым и выполнять самое сложное задание, там битбокс. Он был там в соло. Егорчик вот этим мувом, я такой подумал. Ты видел, что туда пешком он пошел, да? Ну, типа, он шел, ну, блядь, он сам... Пожалуйста, поверьте мне, Джонни убил прямо сейчас передо мной доме. Умоляю, пожалуйста, поверьте мне. Блять, главное, чтобы не вышло. Я не умею так эмоционировать, как Джонни, сразу начинать. Так, а подожди, а как ты объяснишь то, что я пробежал мимо вас в доме? А второй импостер кофе получается. Потом поднимаю. Бля, миллион процентов забейте, это миллион процентов Рома, это вообще, блядь. Не забывай, что свет вырубили. Да, да, да. Я только что запомнил ураган, доме Рома. И прям репорт. Я сейчас к свету пожалуйста. Да, ну я говорю, вот, три человека. Все, это, блядь, 100% понятно уже. Я стал на датчик. Я, кстати, первым цвет починил. Бля, охуеть. Блядь. Вот теперь, вот запомните, вы долбоебы. Запомните это нахуй. Я не голосовал. Вы блядь, на эмоционал ебаный просто верите. Пиздец, ебланы, реально, пиздец. Ебать, прикиньте, я заполнился возле света. Пиздец, нахуй, просто. Блядь, реально, чё за хуйня? В эмоционал давайте поверьте, блядь. Ебать, пиздец просто. Я в ахуе просто. Ой, блядь, пиздец. Давайте сейчас просто в баланс кикнем Рома на фиг. Хотите? Да, я просто чуть-чуть. Честно, я готов, блядь, прямо сейчас. Кто с нами был? Подожди, а доме убили? Бля, у нас сейчас общий сбор или... Нет, с нами кто-то еще был, потому что когда свет вырубился... У меня просто тело, по-моему, Я свет вырубал, у меня же задание. Да, я с тобой был. Когда свет вырубился, кто-то с нами еще был, он убежал вниз.
Я сказал, я вырубал. Я сбежал, типа, я чекал левую часть. И со мной вроде Олег был. А как ты в темноте видишь? Ася сказал, он свет вырубал. Ну, нет, типа, когда свет вырубался... Ася сказал, он свет вырубал. Да, он рубал. просто оговорился, наверное. Просто не бывает. Короче, подожди, ураган, куда ты убежал, когда... Я вниз убежал. Типа, смотри, ты выполнял вот это, то, что с карточки циферки надо. Я щиты выполнил, побежал вниз. Типа, вот сейчас так вот, умер, эвакуация, репорт. Не, сейчас никто не умер. Ну, так хочу это... А как ты... В смысле, никто... Не знаю, мне кажется, это ураган, потому что... Как ты мог не заметить труп? Какой труп? В доме убили в том раунде. В том раунде. В доме Егорчик, в том раунде убили, вопрос, да. Егорчик, тебе вопрос. Я понял. Ты кнопку нажал же? Нет, я труп увидел. Все. Понял. Ну, мы баланс делаем и все. Как это бы, на всякий случай. Это будет, нет, а вообще это голосование? Так, так я не понял, типа такой баг, типа, происходит, когда... Нет, это правильно. Потому что кто-то из вас импостер. Чупикс, ты же видел меня в первом раунде. Я видел, как ты выполнял провода. Да, баланс ты видел, всегда должен присутствовать. Это не может быть Рома, если... Это не Рома, он не может быть, потому что тело-то осталось. И получается, что килл сделали в один момент, когда, типа... Ну, смотрите сами, я просто ради баланса. Это не Рома, получается. Ну, если такой логике судить. Ну, смотрите сами. Вы рискуете так. Рискуем, босс. Ни одно задание осталось. Блять, вот просто на секунду сейчас подумайте, вот просто на секунду. Представьте, если это ебаный ураган убил. Вот просто на секунду. Вот просто представьте. О, убил. Ураган убил? А может это два импостера получается? Где? Где убили? А. Так, смотри, это получается не Егорчик. И не знаю. Да, потому что мы вместе проходили эту... Это ураган, походу. Почему я? Потому что ты дважды прошел один датчик, и я еще подумал, типа... Какой датчик? Северный датчик. А северный? Это, а где, северный это где? Да. Вверх. Там, хочу кое-что сказать. Я с самого старта, я побежал, выполнил провода, потому что это восковое задание. Стоп, так у нас еще Чупикс мертв. Это дабл-килл был, это жесть. Аси бежал на... Ребят, Аси побежал, я на датчике стою, Аси побежал мимо меня на респаун, ну, на стартовый этот, и не вернулся оттуда. Но это получается железобетонно, не я, не Рома, не знаю. Аси на респе сдох, походу. Подожди, сейчас же один килл сделали? Подожди. Два. У меня... Два килла. Я два раза пробежал в один тайминг. Угу. Ну, что? Типа, туда-сюда. Погоди, нет, это не может быть, сейчас не может два килла быть. Ну, сейчас, кого нету? Подожди, короче, я знаете, что ребят, предлагаю клянусь, сделать? Просто вот на запись, я потом по таймингу Рома даже скину. Рома, не может быть, это понимаете? Просто Unreal, потому что передо мной Джонни убивает, как? Получается, это кофе? Потому короче, что он спалился, я предлагаю что кофе а тогда кинуть, потому что... Кофе, смысле, где ты, получается, я реально спалился? Подожди, да, в смысле, да, где? Это подожди. Кофе, получается, должен нет, быть. А где я спалился, скажи, пожалуйста. А когда свет отрубили, ты сказал то, что нас видел. Ты не мог нас видеть. Я кофе пробегал, предлагаю кикнуть из других. Я пробегал, когда еще свет был включен, алло. А я предлагаю, стоп, кстати, подождите. Я пробегал. Джонни, короче, кофе. Простите, кофе. Вы что, Рома не может быть 100% я не понимаю вашу логику вообще. Я не понимаю вашу логику. Вы гоните? Нет, это логично, я тебе объясню. Как, Джонни? Это же было... Я тебе запись потом покажу, Джонни. Чё с этой игрой не так? Что с этой игрой не так, блять? Мы как будто резко, блять, забыли играть как в Among Us. Как вообще, блять, происходят эти киллы? Что за ниндзя-киллы, блять, я не понимаю. Что за ниндзя-киллы? Блять... Там Чупик съебнул. Что за ниндзя киллы? У нас пинга нет, это наш сервер выделенный. У нас наша, там чисто наш сервер. У нас пинга нет. Пиздец нахуй, сходка подписчиков, блять. Вы задание выполнили или что? А ураган с кем-то остался? Шел, он здесь остался. Чё, бля, кто не выполнил задание? Ло. Выполняем. Это ураган. Это, значит, Егорчик, да, получается? Егорчик. Получается, что так. По-моему, это был Егорчик, да, потому что... Ну, потому что этого. Как так, Егорчик? Короче, Олег, это было мега логично, потому что я, Рома и Знат, мы точно белые, а между ураганом и голландским разноцвет. Да, забей, и остаешься ты, типа, которого точно... Подожди, что за хрень? Я не понимаю в итоге, кто? Ураган это...
Ураган. Рома, это не мог быть я, потому что... Нет, нет! Алло? Да заебал. Ты не видел, как он дернулся? Подожди, Рома, ты сейчас не рофлил? Нет, 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 пожалуйста, нет. Подожди, Рома, 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 мы с тобой, были в реакторе, когда было... Почему на мне, это грёбаная ответственность? Ты же сейчас сидел рофлил, я думал, ты понял то, что Егорчик дернулся. Бля, не говори со мной вообще просто, Эники-бенники подрубаются, ребята. Подожди, стой, Рома, мы с тобой были... Мы с тобой были в реакторе, когда был даблкил. Мы не можем с тобой быть трейдерами. Подожди, еще раз. Что ты сейчас мы, с тобой были в реакторе, когда был даблкил. Мы с тобой бежали от начала реактора до конца света. Мы не можем с тобой быть трейдерами. Даблкил, когда Голландский говорил то, что Ася забегал в столовую, и там... И он не выбегал оттуда. Ром, где ты прошлый труп зарепортил? А, прошлый труп, где? Возле электричества мы с тобой. Возле электричества, наверное, да. Это не дабл килл. Это просто один килл сделали там, другой фак! Там. Не, Ураган, это все не важно. Это все не важно. Это все не важно, потому что мы были с Ромой от начала до конца раунда. Ты рофлишь, Рома? Рома, блядь, да я не знаю! Бля, какая руина, я ебал! Я не знаю, что это за ниндзя килл? Уебище на урагане, что это за ниндзя килл, нахуй, что? Этот, блядь, на красном, нахуй, мне говорит, блядь, так, Джонни, бля, ну вы не видите эмоционал, что ли, блядь? Что ты, нахуй, за монстр, блядь? Какой стресс, какой? Джонни, я тебе клянусь, это было видно, как будто это ты делал. Сука, ты не видел, нахуй, нихуя получается. Ну, я тебе клянусь, что было так видно. Это, блин, очень... Почему в конце такая тупость была? Вы, сука, блядь, еще! Бля, ну вы не видите же... А, ну да, по-любому, Джонни, наверное, нахуй. Блядь. Я не в себя голосовал. Я в ахуй, блядь, что это нахуй? Что это за Монгас, блядь? Тут новый режим ниндзя, блядь, или что? Как это возможно вообще? Знат кофе, ураган. Знат кофе, ураган. Все нахуй. Давай, убивай, блядь! Ну-ка. Давай. Нету? Ну-ка. Есть. Найс. Знату нельзя было смотреть. Томми? Голландский? Да. Голландский! Ты сейчас шел со столовки, да? Да, да. Рома оставался там с... Я оставался в столовке. Не, подожди, я видел там, по-моему, там Чупикс. Труп, а, труп Чупикс. Возле газет, вот этих автоматов стоит. Ой, а. Но я дальше сразу пробежал и да, тебя встретил. Да, я голландский, я мимо тебя пробежал и там вижу красный труп, блядь, ебать. Значит, за мной убили, оставался блядь, Чупикс там. Не-не-не, я объясню. Я сначала это ведро делал, ну, где лейка. Я с тобой лейку там забрал, с Чупиксом да. забрал лейку, короче. Потом я пошел сразу провода делать, видел ты, это видел, ты это видел. Да-да, Чупикс сделал провода. Ты убежал а я побежал наверх, да. А потом после проводов я пошел метеориты бить. Дальше я не помню, ну, не видел, что вы там делали. Ну, а кто там еще был в столовой? Там ну, либо ты, либо Аси, либо ты, либо Аси убил. А, подожди, может, сам репорт реально? Да, может. Я вообще сам репорт не занимаюсь. Ну, расскажу. Олег так говорил, Олег он прав был. Я вообще сам репортом. Ребят, я не занимаюсь убийствами здесь. Вы что, блин? Я не убийца. Я уже однажды так сказал. Чуваки, это реально не смешно. А ты видел, как ты убежал? Ребята, это не смешно, пожалуйста. Ты видел, как я наверх убегал? Да, я видел это, да. Я оставался. Ну, блин, ребят, я думаю, тогда... Я голосую за голландского. Не, ну он же саморепортом не занимается. Потому что ты возле меня реально пробежал. Ты можешь свой фирм раунд сказать, Ася? Хорошо, что Рома вышел, когда уже поздно. Егорчик, ты почему меня не обеляешь, когда я починил свет? Почему я такой смешной? Блин, мне кажется, на самом деле, предатель это Джонни. Егорчик, почему ты не обеляешь меня? Ты видел, как я свечи делал. Джонни, давайте другого убьем кого-нибудь. Что? Это давай Егорчик другого попал. Убьем кого-нибудь. Давай. Ну, Егорчика на... Ой. Вы замутитесь хотя бы. Почему ты меня не обиляешь? Блядь. Бедный Айс. Бля, ну это на самом деле, типа, ну... Странно. Бля, это реально, типа, ну хуй знает, первый раунд такие котяси. Так, ой, свет выключайся, блядь, что делать? Уху, Доми, блядь, здравствуй, нахуй. Чё, как живётся, блядь? Как кристаллы, блядь, лутаются? М? Кто второй импост?
Так, я вот сейчас не понял двух моментов. Первый момент, голландский, почему ты не... Почему, да, почему ты не бежал чинить свет? Почему он пришел, мы починили? Я, короче, просто бегу, получается, к свету сверху, да, и вижу твой ник, как ты стоишь просто у входа, типа, знаешь, как будто ждешь, как будто кто-то бежит. А, кофе не видит, когда свет уже починили, походу, Знат. Слышишь? Он думал, мы его починили, и потом выбежали, короче, понял? Кофе сверху убежал после этого, когда мы уже выбегали. И кофе думал, что свет еще не причинен, походу. Мы скан починили. Чего? Ну, мы со Знатом починили свет. Это я видел, это я видел. И ты говоришь, почему я не бежал свет чинить? Нет, смотри, я рассказывал со своих слов, как это было. Я, и получается, спускаюсь сверху, да, иду, получается, вот к свету как раз-таки, да. Вижу твой ник, как ты стоишь вот просто на входе. И я такой подумал, блин, а что ты не идешь чинить? И просто развернулся, выбежал оттуда. Потом починился свет, и там Знат и ты, получается. И второй вопрос у меня, как Знат появился быстрее меня в столовке? Может, какой-то, потому что Знат пробежал по датчику. Тут часто, да. Не, может, пинганула, потому что мы со Знатом вместе прям... Знат при мне начал чинить, прям кнопки нажимать, то есть... То есть, да, я типа мирный. Ну, ладно. Кофе, это очень странно, может. Я не знаю, может быть, а что остальные ничего не может говорят? Может быть, я не знаю. Я Тупикс. Задание выполнил. А где Джонни убили? Давай, убили Джонни, но это так, хорошо. Кнопку нажал. Почему ты спрашиваешь? Кто Джонни последний видел? Я вообще... Бля, Олег сам себя закапывает, блядь, Олег, он же скапывает. Никто, блядь, не доме убил, значит. Я вообще был сверху, там, это, там, где реактор, там, где надо эти кристаллики. И там Джонни был. Его никто не видел, алло, почему ты говоришь сейчас, что ты его сейчас видел? Присматриваемся, давайте. Хорош, блядь. Хуярь, блядь. Давайте выкидываем его нахуй. Зачем он тут, блядь, на этом летающем корабле? Пиздец. Подожди. Ты не импостер? Что? А кто такой импостер, кроме Доми? Блядь. Это Доми, объясню. Короче, я был на свете, да, я был где свет, там не было никого. Я ухожу, свет выключается, и бежу... Я с админки перебежал. Знаете, что самое забавное? Ребят, я объясню, почему он не мог перебежать, потому что Доми ни разу на датчиках не отметился. За весь раунд ни разу не отметился. Он чисто люками, короче, двигается. Хуйло, которое сидит на датчиках, пизда, в следующий раз. А я сказал Доми, там нет, не веет мне. Чуть нас не выкинули. Ты на этих датчиках будешь умирать. Хорошо. Сидит в мониторе. Блядь, сука. Да ладно. Почему вообще Аси выкинули, когда я захожу в столовку, убиваю, и там голландский оставался? Слышите? Это я убил. Одну секунду. В чате, но это... Нет, нафиг я репортить больше не буду, труп. Так реально, я в самом начале зашел, убил и убежал. Прошло секунд 20, Аси спустился. Ну ты его подставил, получается. Он так смешно. Так его не было там вообще, там голландский был. Я голландского хотел подставить. Самое главное, Аси, ты меня еще и подставить. Какая там фраза была? Я репортами не занимаюсь. Я самореппортами, потому что ты самореппорт был. Ну теперь он уже репортами не занимается. Я теперь не буду репортить. Ребят, если я сейчас умру, это Доми, запомните. Я буду пропускать. Конечно. Я тебя голландский не буду трогать, даже если буду импостить специально. Слушайте, на самом деле датчики лютые имба. Да, это пиздец. Не, на самом деле, я вообще ебал сегодняшний день. Что это? Как будто мы в Among Us ни разу не играли, блядь. Тот взял ниндзя килл, блядь. Да, это другое, нахуй. Там этот, блядь, Чупикс убил. Вообще мы с голландским... Дед с батей, блядь, сцепились по пьяни, нахуй. Там жестко было, там вообще как будто...